Девчата, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о тонере от корейского бренда The Face Shop. Это тонер для лица с вытяжкой из семян чиа, который содержит в себе все необходимые для питания аминокислоты, минералы и антиоксиданты. Этот тонер должен бережно питать и увлажнять кожу лица на протяжении всего дня. У меня пробник, объем пробника 32 мл. Кстати, не совсем удобное горлышко, из него просто невозможно что-то вытряхнуть. Тонер представляет собой прозрачную водичку с ароматом зелени и свежести. Я наношу его на сухую кожу и жду увлажнения, но он совсем не увлажняет. Этот тонер очень быстро впитывается, но после полного впитывания и высыхания кожа возвращается в свое первоначальное состояние. И снова появляется чувство сухости и дискомфорта. Хотя наношу я его именно так, как вам сейчас показала. То есть не пафом, а пальцами, похлопывающими движениями. И количество тонера я не жалею. Ради эксперимента я наносила его раза 4 подряд. Однако результат был одинаковый, точнее полное его отсутствие. И уж совсем наивно полагать, что этот тонер как-то повлияет на дряблую или возрастную кожу. Наверное, если и рекомендовать этот тонер, то только для девушек 20-23 лет, не старше. Для меня же он оказался просто ароматизированной водичкой без выраженного эффекта. В общем, данный тонер меня абсолютно разочаровал. Наверное, моей коже совсем не подходят натуральные составы. Ну вот таким получился мой сегодняшний небольшой обзор. Я прощаюсь с вами до следующего видео.